В муниципалитете началась вакцинация от коронавируса. Первые партии препарата под названием «Спутник 5» в количестве 150 доз поступили в районную клиническую больницу на этой неделе. Пункт вакцинации организовали в детской поликлинике, которую посетил глава Ленинского городского округа Алексей Спасский. Ему рассказали, как проходит данная процедура. Первый компонент там антигена надо на вирус 26-го типа, который тоже на антитела коронавируса вырабатывает. А второй компонент надо на вирус 5-го типа, тоже который вырабатывает антитела к коронавирусу. И так создается иммунитет клеточный, как мы говорим, и иммунный. Вакцина вводится в два этапа. Сначала один компонент, а спустя 3 недели второй. Первые полчаса после вакцинации пациент должен находиться под наблюдением врача. Уже скоро процедура будет поставлена на поток. Врачи, которые связаны с этой процедурой, рассказали, как это происходит. Те анализы, которые берутся, и та процедура вакцинации, ничего сложного в этом нет, и поэтому уже после Нового года любой желающий совершенно свободно сможет пройти вакцинирование. Предварительно кандидаты на вакцинацию должны будут сдать анализы и не иметь симптомов гриппа и простуды. И если антитела иммуноглобулины М меньше 2, а иммуноглобулины G меньше до 10, значит, тогда этот человек может привиться от коронавирусной инфекции. Вакцина делается в рамках программы государственной гарантии бесплатно, то есть в рамках ОМС. Для этого только нужно, чтобы у наших пациентов были результаты анализов ИФА. Должны быть паспорт, полис и СНИЛС. ИФА-анализ можно сдать во всех подразделениях ВРКБ на территории округа, после чего необходимо обратиться в кабинет вакцинации в детской поликлинике города Видное. Человек приходит, я достаю флакон, вакцину надо разморозить, и пока я фиксирую, все записываю, вакцина размораживается, ну, буквально там 5 минут, вакцина разморозилась, я набираю и сразу вот делаю дельтовидную мышцу. Партии вакцины будут поступать в муниципалитет на регулярной основе. Дмитрий Книга, Кирилл Иванов, Елена Кошелева, Видное ТВ.